Здравствуйте! 10-й тур Мелбет Первая Лига в самом разгаре. И сейчас мы приглашаем вас, друзья, в северную столицу, на Петровском. Сегодня футбольный клуб «Ленинградец» принимает астраханский «Волга». В черной форме будут играть хозяева, белые цвета у гостей. Традиционное приветствие, крепкие рукопожатия. Волжане имеют более серьезный опыт выступления на таком уровне, но в этом сезоне, мягко говоря, не блещет. Сегодня возвращается, в свою очередь, Даниил Адоевский, играет без замен во всех встречах. На его счету вратарском один сухарь. В атаке вновь гости и удар по воротам. Чуть-чуть так поехала нога, как мне показалось, у Никиты Карабашева. И в «Зените-2». Пас вперед. Офсайд, не офсайд. Пока флаг не поднят. Выходит далеко за пределы штрафной. И очень даже неплохо играет в этом эпизоде. Сработает, может быть, сейчас домашняя заготовка. Навес. Опасно! Вот этот эпизод, который мог привести к голу. Пожалуй, это, наверное, сейчас самая опасная атака в исполнении гостей. С одного фланга на другой мяч только что перекочевал. Кленкин технично работает. И здорово подает. А вот дальнюю штангу-то надо было замыкать. Есть варианты. И что дальше? Мяч уже штрафной. Пас в борьбу. Пас в борьбу нарисовал в этом моменте Даниил Кленкин. Давайте посмотрим, будет сейчас удар поворотом. Его готовит Бачинский. Бьет прицельно. Плеска низом. Вот это уже дело. Опасная атака «Волгаря». Практически голевой момент. Удар прямо в руки вратарю. Вот такой вот подарок. А может быть, стоило налево покатить. Все больше давления на оборону соперника. Причем как через центр, так и через фланги. Вот момент! Нет, это не гол. Некоторым болельщикам наиболее впечатлительным показалось, что Маркин забил. Не приводит к успеху хозяев. Ну, кстати, здорово отрабатывают. Мяч отобран. Еще один удар в сторону ворот. Привалило работенки у Даниила Адоевского. Принимает «Волгарь». Пока равенство. Вот момент! Не получилось пробить сильно и прицельно у Михаила Маркина, хотя он хорошо открылся. В основном ничью играет черноморец. И против него будет трудно. Вот момент возникает! Еще одна попытка забить. В начале передача с правого фланга. В пользу своей команды. Кленкин приближается к штрафной и бьет поворотом. Неплохо бьет. Мяч пролетел недалеко от штанги. Нет повода назначать пенальти. Яковлев! Вновь слева. Хороший навес. Момент! Какой момент в самом концовке матча только что был у Левина, но Макс промахнулся. Все выглядело уже повкуснее, значительно вкуснее. Все, матч завершен. Ничья 0-0 на Петровском. Ленинградец и «Волгарь» очки поделили.